Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас значительная дата, это 4 года моему каналу, день рождения моего канала, короче. Сегодня у нас, как вы понимаете, 17 мая 2018 год, и канал я создавал 17 мая 2014 года, то есть моему каналу сегодня ровно 4 года, пацаны. 4 года я уже сижу и пилю видосики для вас на моем канале. Ну и вы их смотрите, иногда не смотрите, ну вы поняли, короче. Уже 4 года, понимаете, пацаны, 4 года просто. Давайте я вам покажу, сколько я видосов снял. Просто я всем благодарен, кто меня до сих пор смотрит. Ну и кто будет смотреть меня все еще. Это очень круто. Довольно-таки. Я снял, пацаны, уже 3048 видосов, чтобы вы понимали. И в каждый видос снял я. Поэтому я думаю, стоит, это заслуживает прям уважения, просто. Сколько видосов просто было снято, это просто жесть. Вы себе не представляете, сколько потратил я этого времени, сил и так далее. Но я думаю, это было не зря. В принципе, я старался, специально видосы выпускал, чтобы вы их смотрели, чтобы вам это нравилось. Уже, в общем, 2 миллиона просмотров у меня на канале. Ну, почти 11 тысяч подписчиков. Возможно, конечно, добьем до конца этого месяца, но я думаю, нет. Я думаю, нет, но было бы очень круто, если бы мы добили до конца месяца 11 тысяч подписчиков. Это было бы реально очень круто. Прям очень круто. Также, кстати, не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Тоже ссылочка будет в описании, если что. Здесь проходит конкурс на BMW M5 60. Так что обязательно... Участвуйте в конкурсе, делайте репосты, ставьте там лайки и участвуйте. Итоги будут 30-го. Ну, здесь вся информация, если что, написано. Короче, нашел свои первые видосы по Мазингу, пацаны, это просто жесть. Вот, 2016 год. А, нет, 2015 год, пацаны, 16 декабря 2015 год. Это одни из первых видосов, короче. Это не самый первый видос, это один из первых видосов. Когда еще на Ролайн был очень маленький. Это просто жесть. Я вот пересматриваю. Это такой позор. Это такая музыка вчера типичная. Кто там захочет, можете посмотреть. Бля, это такой позор просто. Тут просто музыка. Видео не на весь экран даже, понимаете? Я просто в шоке. Там Бэха сзади едет еще. Я просто в шоке. Еще эта Рублевка была. Блин, какие были просто охрененные времена. Вот еще вот эта дорога. Она еще где дома были. Блин, это просто круто. Реально, это просто круто. За, может, кто-то себя здесь увидит. Это был, пацан, 2015 год, когда я еще здесь играл. Это просто жесть. Просто поностальгирую немножко в этом видосе. Ну, блин, это очень круто. Так, его кто-то убил или наказал из админов, я так и не понял. Какой-то чувака. Ну, блин, это просто было круто, реально. Это просто было охрененно. Я просто в шоке. Давайте еще видосы поищу для вас какие-то интересные. Вот видосик нашел, когда подарки собирал. Вот именно я собирал эти подарочки, короче. Один подарок. И чтобы получить... Найдите все, чтобы получить 25 кредитов. На то время, видите, когда подарки собирались, блин. Это у нас 24 декабря 2015 год, пацаны. Были времена просто, реально, были времена. Эх. Просто ностальгия, пацаны. Это же на весь экран, смотрите, уровень. На весь экран надпись Бандикаба есть. Эх, блин, были, конечно, времена, пацаны. 2015 год. Когда магазин только еще открылся, хоть тогда вроде бы. Блин, это так было круто. Когда еще лайм был по 50 человек, это, блин. Первый серый только был. Это было так охрененно, вы себе не представляете просто. Подарочки, когда я сам личных искал, я даже не знал, тогда списка вообще этих не было. Хотя вот здесь, по-моему, я подарок нашел случайно. Блин, это было круто, реально. Тридос набрал 2500 просмотров. Вот подарок я тоже случайно как-то нашел. У меня списка не было на тот момент, я тупо искал подарки просто. И надо было собрать 10 подарков и дала бы 25 кредитов. Блин, вот это были времена, пацаны, не то, что сейчас.
Реально. Реально нереально просто. Эти видосы. Какой-то чувак там бегает. Тогда еще космос, по-моему, добавили. Или не тогда еще, это потом уже добавили, я точно не помню. Ух, ностальгия, пацаны, прям аж жесткая. Только жалко, я сейчас не могу, что я тап не открываю. Видите, ПДД был Булкин. Какой-то Булкин там был еще. Вряд ли Александр Булкин, потому что Булкин там не снимал, по-моему, на Мазинге ж ни разу. ПДД. Денис Раси. Ярослав Рибак какой-то. Бентли. Эх, это было времена, конечно. Я просто ностальгирую, пацаны. Вадим Альбатов какой-то, админ. Просто ностальгия, пацаны, просто. Ой, по полям поехал, о-о-о. Нарушаем, нарушаем. Здесь еще ускоренное видео. Дальнобойщики старые. Эх. Ладно, давайте что-то еще посмотрим. Смотри, какой видосик нашел. Эх, монтажик был. Я тут еще снимал, пацаны, под музыку. Без микрофона. Уже нету надписи Бандикам. Это уже уровень, это уже уровень. Волжану купил себе. Пацан поднялся, реально. Пацан поднялся. Этот скин мне, кстати, нравился. Прикольный такой. Это называется «Пацан просто поднялся». Ох, какие съемки, ё-моё. Да ты полегче, братишка. Старый магазин, пацаны, просто. 30 января 2016 год уже, пацаны. Ого. Это уже серьезно, это уже серьезно. Найти бы прям самое-самое первое видео, где Запорожец покупал. Сейчас пробую найти. Бля, я помню, как я свой аккаунт разыграл. 11.03.2016 год. Вот тот аккаунт, короче, сейчас. Кирилл Полканов был. Да-да-да, я помню. Блин, это мой первый аккаунт был, пацаны. Кирилл Гейм, монтажик, ёпта. Сейчас даже глянем, что там было, я вроде писал. Как я в натуре, как я разыграл свой этот аккаунт просто. Я просто в шоке, блин. Я помню этот аккаунт, мой любимый первый аккаунт, самый первый. Так, на аккаунте есть квартира в Южном, машина джип, цена 750 тысяч, уровень персонажа, 10 левел у меня был. И можете это выиграть. Блин, я тогда психанул, что-то разыграл. Я в шоке просто, я в шоке, блин. Вот я тогда аккаунт разыграл. Фух, как, блин, эмоции такие прям серьезные, пацаны, серьезные эмоции тогда. У меня ник еще был Кирилл Полканов. Бля, это жесть. Так, снова новый видосик. 16 января. Шнива у меня была тогда. Будем все. Так, я там какая-то песня с авторским правом играет, я так понял. Бля, были, пацаны, времена просто. Я в шоке. Я реально в шоке. Я тогда Ниву покрасил. Какой цвет, правда, я не помню. Вот этот цвет, помните? 222, по-моему, этот цвет же, да? Я не ошибаюсь. Сейчас перемотаем, короче. Я же говорю, пацаны, блин, я давно играю просто. Я давно играю. Вообще у меня постоянно ники были. Ага. Это когда на магазин пришел, у меня ник был Кирилл Полканов. На других серверах я что-то играл по никам Кирилл Путбуль. Я это помню прекрасно. Почему я под ником... Может, мой ник занят был, я не помню. Может, это второй аккаунт был, я уже честно запутался. Эх, были времена, красивые съемочки. Ну, все равно, блин, вот на то время, я думаю, это было выглядело красиво. Ну, мне так казалось лично. Да, этот цвет 222, по-моему, если я не ошибаюсь. Вроде бы он. Или нет. Да, он вроде. Да, это он просто... Эффекты мешают это увидеть. Эх, пацаны, пацаны. Где мой 2015 год? Давайте прям что-то прям старое найдем. 2016, нет, нужен 2015. Нам прям нужен 2015, 2014. А, во, давайте на вторую страницу сейчас. Найдем видосик. Какой-нибудь. 2015, 2015, 2015. Не, нам нужен
А ну, 2015 тоже подойдет. Новая машина. Видео содержит материалы авторских прав. Окей. В поиске приключений, ебать. А ну, что там за поиски приключений? Давайте посмотрим. Ём, ай-яй-яй-яй-яй, это когда я только аккаунт купил, по-моему. Точнее, не купил, а только играть начал. Да, вот, этот Запорожец, это мой же Запорожец. А вот та, блин, как у меня потом обманули в итоге, кстати. Бля, я в шоке просто. Я в шоке, это 2015 год, 2 декабря. Бля, я начал где-то, не знаю, когда, по-моему, октябрь, ноябрь. Декабрь, в ноябре, наверное, начал, или в октябре играть на Мазинге еще первом, блин. Это просто жесть. 2015 год, 2 декабря. Бля. Какой тут у нас ник, кстати? А, тут я ник не писал, я только написал мой паблик там и все. И IP. А вот, Кирилл Путбуль, вот этот аккаунт был. Все-таки вот он был, этот аккаунт. Хотя, а что потом Кирилл Полканов тебе был? Я тогда не помню. Смотрите, сколько рыжиков просто. Я такой мажор на Тавре. Вон рыжиков сколько. Вот, да. Кирилл Путбуль был ник в 2015 году еще. Бля, такая ностальгия просто. Вы не представляете, пацаны. 31 километр пробега. Где встретимся? Чувак пишет. Я просто в шоке. Блин, это кайф. Вот я нашел этот аккаунт у меня был. Пароль, честно, даже не вспомню сейчас. А я ж... Не, я ж не тогда аккаунт разыграл, получается. Бля, я уже запутался. А чё мне тогда было Кирилл Полканов и Кирилл Путбуль у меня был? Ладно, я не помню. Я именно вот так по таким никам постоянно играл на всех серверах. До того, как я вернулся потом на Амазин в 2016, получается. Это просто жесть. Я реально в шоке. Я реально просто в шоке. Блин, сколько это онлайн был? Почему я таб не показываю? Я хочу таб посмотреть, какой это онлайн был на тот момент. Мне просто реально интересно. Тогда еще модпака, по сути, не было даже. Сколько тебе лет? 17 мне тогда было лет. А, стоп. А чё, я, наверное, тогда ник через этот поменял или чё? Видите, здесь я пишу Кирилл Полканов. А здесь что-то Кирилл Путбуль. Что-то я запутался реально. Я, наверное, тогда ник потом поменял. Или нет? Кому квартиру в Южном? Чё, дальнобойщика вроде. Эх, Таврия с нетрухой была, бля. Вот это были времена. Какие там Роллс-Ройсы, какие, блядь, монстры. Что значит... А, три. Бля, вот это было время. Три режима, могу вместе играть. Сергей Русланович какой-то. Доминик Риза. Коля Павлов, Артём какой-то, Андрей Чу, Дмитрий Кримский. Ну, скорее всего, то не он был, ну ладно. Я просто в шоке. Есть Skype плюс. Бля, я в шоке просто. Я просто реально в шоке. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем благодарен, кто меня до сих пор смотрит, будет смотреть, кто ставит лайки. Всем спасибо большое просто, что, не знаю, остались ли старички со мной, какие именно с начала, прям с 2014 года со мной, я думаю, нет, но если такие остались, то пишите, только не нужно брать, реально пишите, кто еще 2014 года здесь. Всем пока-пока. From the city, she was from the outside.